Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки — лишь яркая обертка истинного мастерства. Здравствуйте всем, кто меня видит и слышит. Спасибо вам за вопросы. Когда люди общаются, они всегда, как правило, находят истину. А если они еще и хотят чему-то научиться, то это получается обычно, практически всегда. Класс, меня зовут Денис. Вы когда-нибудь приедете к нам провести сбор? Денис, вы когда-нибудь приедете к нам провести сборы? В жизни все может случиться. Наверное, когда-нибудь и мы встретимся на вашей земле, и я смогу чему-то вас научить. Возможно, жизнь покажет. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.